Друзья, всем привет! Меня зовут Ирина, я очень рада видеть вас на своем канале. Сейчас я провожу инвентаризацию своей уходовой косметики, и в этой части хочу показать вам уходовые средства за телом. Здесь будут скрабы, кремы для тела, молочко, лосьоны, спрейчики, освежающие дезодоранты, ну, в общем, вот продукция такого рода. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приятного просмотра. Первое, что я хочу вам показать, и я выделяю это средство особняком. Сейчас объясню, почему. Это Бильди от маловарной компании Спивак. Осталась у меня одна баночка с цедрой. Подходит для всех типов кожи. Это, можно сказать, мягкое скрабирующее мыло. Оно может использоваться не только для тела, но и для лица. Поэтому как бы вот я его от остальных скрабов для тела отделяю. Здесь небольшой объем, 100 грамм всего. Я его использую не часто и на все тело, то есть начиная с лица и заканчивая пяточками. Кожа просто потрясающая, классно очищенная, напитанная, не стянутая, гладкая, шелковистая. Но хочу сказать, что кожа на лице у меня комбинированная, склонная к жирности, а на теле нормальная. В общем, я без, так скажем, опаски пользуюсь такими продуктами. Если у вас кожа сухая, то нужно быть поаккуратней. Максимум раз в 2 недели можно Бильди использовать, и нельзя его использовать во время беременности. В общем, если вас этот продукт заинтересовал, учтите вот эти моменты. А так, если есть возможность приобрести на пробу, я бы вам советовала. Много различных ароматов, конечно, они очень натуральные, травяные. Ну, я в полном восторге, мне подруга дарила, я очень ей благодарна за этот подарок. Ну, теперь перейдем непосредственно просто к скрабам для тела. Что у меня из новенького? В запасах облепиха сиберика, облепиха медовый, скраб для тела. Он соляной, очень жесткий, с потрясающим ароматом облепихи. Это мой любимый скраб для тела. Здесь большой объем, 300 мл, расход довольно-таки экономичен, хватает баночки этой надолго. Недавно увидела по более-менее удобоваримой для меня цене, взяла в запас, потому что давно уже не пользовалась, соскучилась. Есть у меня еще один скраб с облепихой, только он уже сахарный. Это марка Делике, здесь объем поменьше, 250 мл. Аромат также приятный, конечно, он не столь яркий, как у предыдущего, но тем не менее тоже неплох. По скрабирующим свойствам пока ничего не могу сказать, поскольку еще не пробовала. И также есть у меня в запасах скраб от Брокарт Фрутиссимо персиковое небо. Сахарный скраб. Здесь небольшой объемчик, 100 мл. Что касается открытых скрабов, то у меня их два. Ну, во-первых, это скраб от Organic Shop, кофе и сахар. Потрясающий тоже скраб, здесь 250 мл, классный аромат кофе, скраб жесткий, очень экономичный в расходе. Я его как бы начала пользоваться ранней весной, на лето отставила, вот с приближением холодов, конечно же, опять верну в использование, очень им довольна. И еще сейчас пользуюсь такой малышкой от Брокарт Фрутиссимо, экзотический лимонад, тоже сахарный скраб. Здесь 100 мл. Понравился мне этот скрабик. Он довольно-таки жесткий. Кожа после него напитанная очень, гладенькая. И знаете, как бы как такой приятной пленочкой покрыта. Но это не неприятное ощущение, а наоборот, вот нежная-нежная кожа такая, напитанная, шелковистая. И я очень довольна этим скрабом. И, кстати, у него при соприкосновении с водой аромат гораздо лучше раскрывается, чем он слышен из баночки. Посмотрите, вот его консистенция. И вот на все тело за один раз я столько использовала. Ну, я не знаю, наверное, еще на пару раз мне этой баночки хватит. Ой,
Даже сейчас открыла, аромат на всю комнату. В общем, что касается скрабов для тела, то у меня их 1, 2, 3, 4, 5 штучек. И этому я очень рада. Давайте перейдем к кремам и лосьонам для тела. Первое, что я хочу вам показать, это такая потрясающая упаковочка от компании Avon, линеечка Kea. Это питательный лосьон для тела с маслом какао, 400 мл. Объем, конечно, для меня очень большой, но я не смогла, как и в случае с гелем для душа, устоять против такой потрясающей упаковочки. Думаю, что израсходую все равно. Вот. Но очень рада, что он у меня есть. Так, ну давайте, наверное, буду показывать по маркам. От Avon у меня еще есть лосьончик из линейки Naturals сочной гранатой манго. Обещает 30 часов увлажнения, 200 мл. Аромат мне очень нравится у этой серии продуктов. И Фраше. Есть у меня также большой объем, 390 мл. Аромат кокоса. Это молочко для тела. Называется оно правильно кокосовый орех. Нравится, что помпой снабжено средство. Мне кажется, что вот лосьонами, молочком, которые с помпой, пользоваться гораздо удобнее. По аромату ничего не могу сказать. Не открывала, не слушала. От Эфраше у меня есть молочко для тела из линейки «Утро в саду», «Вишня в цвету». Здесь 200 мл. У меня была такая туалетная водичка. И с удовольствием вспомню аромат благодаря этому лосьону. Такой, знаете, весенний, цветами вишни пахнет. Цветущим вишневым садом. И еще одно молочко. Цветущая сирень. Тоже потрясающий аромат. Не знаете, как-то скептически раньше всегда к аромату сирени относилась, но недавно открыла его для себя с положительной стороны благодаря кусочку мыла от Невской косметики. Уж настолько меня зацепил аромат. Решила послушать вот эти ароматы в Эфраше, и, как вы понимаете, не смогла уйти без покупки. Классное средство. От компании Faberlic у меня в запасах карамельная груша Beauty Cafe, увлажняющий мусс для тела. Ну, не знаю, кто хвалит, кто ругает. Меня из упаковки аромат устраивает. Посмотрю, конечно, как будет на мне раскрываться. Хочу уже в ближайшее время в использовании отправить этот продукт. От Oriflame у меня легендарное молоко и мед. Крем для рук и тела. Здесь 250 мл. Это еще одно воспоминание о юных годах моих. Когда это все только стало появляться, у меня был такой крем. Ну, приятные воспоминания с ним связаны. Вот недавно повторила покупку. Очень довольна. Недавно также приобрела молочко для тела от марки «Свобода». Здесь масло авокадо, провитамин В5, витамин Е, экстракты брусники, морожки, голубики и ежевики. Аромат приятный, такой ягодно-травяной. И крошка, ультралегкое молочко для тела, увлажняющее. У него древесный аромат, по-моему, насколько я помню. Вот. Ну, не открывала еще, не нюхала. Потом обязательно, конечно, с вами поделюсь. Так. Как он по аромату. Ну и дальше мне осталось показать вам открытые мои баночки. Avon Naturals. Розовый грейпфрут и абрикос. Очень сладкий, приторный аромат. Допользую, повторять больше не буду. Впечатлил меня аромат от Эфраше лимон и базилик.
классное сочетание. С удовольствием начала пользоваться в этом месяце. Oriflame Essence & Co. Бузина и бергамот. Это такой легкий травяной аромат. Он заявлен как крем для рук и тела, но для рук он мне слабоват, а на тело с удовольствием пользуюсь, когда не хочу каких-то ярких ароматов. Легко распределяется, быстро впитывается. Вкусняшка от Faberlic Beauty Cafe вишневый конфитюр. На мне он пахнет шоколадными конфетами с вишневой начинкой. Ну, не знаю, мне нравится, мне вкусно, я довольна. И последнее, что в этой категории, это молодильное биомасло для тела с арктической морожкой и природным эластином. Никогда не думала, что моей нормальной коже понравится масло для тела, что я буду им с удовольствием пользоваться. Начала его еще зимой. Прекрасно распределяется, довольно-таки быстро впитывается, никакой, в общем, пленки не оставляет на теле, неприятной, липкой. Я довольна и опять осенью начну им с превеликим удовольствием пользоваться. Так, ну что, давайте считать. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 штучек. Так, все ли правильно? Я ничего два раза не посчитала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, да. 14 штучек у меня лосьончиков, кремов, молочка для тела. Ну, классно, будем пользоваться. Дальше, спреи для тела. В запасах у меня от компании Avon линеечка Naturals два освежающих спрея сочный гранат и манго. Один из любимых мною ароматов. Не менее любимый сочный, ой, спелый розовый грейпфрут и мята. Все лосьончики по 100 мл. Содержат спирт, но кожу мне не сушат. И единственный среди них бесспиртовой, это экзотический кокос и карамбола. Не пробовала еще, ничего не могу сказать. В открытом виде у меня сейчас один флакончик. Это недавняя новинка чайной коллекции «Зеленый чай» и «Вербена». Итого 5 штук. Дезодоранты. Их у меня 2. Оба они в использовании. Малиция или Мализия, как правильно, фрешке. Нейтральный аромат, очень приятный, но в стрессовых ситуациях и при физических нагрузках не справляется со своими задачами. Фа защиты и комфорт, свежий аромат жасмина против пятен, 0% спирта, антиперспирант. В общем, вот им я больше довольна. Пользуюсь в этой категории все, больше у меня ничего нет. Также для тела я использую тальк. В данный момент это у меня детская присыпка от Faberlic. Эксперт Фарма приобрела недавно. И сразу стало холодно. В общем, необходимость отпала в ней. Пока еще тоже ничего не могу сказать по свойствам по ее. И также в этом ролике я хочу вам показать универсальные кремы, которые у меня есть. Первый из них это детский от Невской косметики. Смягчает и защищает. 40 мл. Довольно-таки жирненький, но, как бы, сами понимаете, такие кремушки в хозяйстве всегда нужны. И сейчас вот вам покажу две баночки от Organic Kitchen. Вот эти знаменитые малышки. Я сюда переложила остатки корейских крем-гелей универсальных. Один с муцином улитки, ну, вот вы по улиточке видите, да? А здесь с алоэ. Классные гели, я их использую и для лица, и для тела, и для кожи век их можно использовать.
они как омолаживающую функцию несут для вашей кожи, также и защитную, и смягчающую, и заживляющую. В общем, особо меня алоэ гель, конечно, впечатляет. Закончится обязательно, повторю, покупку. Прям стал таким, знаете, must-have для меня. Вот. С улиточкой мне меньше нравится, он немного все-таки липковатый какой-то, по моим ощущениям. Ну что ж, в этой части все. Спасибо вам за просмотр, спасибо, что остаетесь со мной, и до новой встречи на моем канале.